Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Начнем играть? Привет! Всем привет! И мы продолжаем играть с нашими друзьями-миньонами и их райским уголком, их замечательным островом, где они устраивают вечеринки. Давайте начнем. Итак, мы появились опять на нашем острове. Нам что-то, наверное, нужно сделать. Я уж не помню, что. Фил, что нам нужно делать? Расскажи. Нам нужно получить еще кокосов. Быстрее, друзья, давайте еще добудем кокосов. Мы сами собрали. Так, у нас тут... Сок! И сок еще. Газ еще надо наработать. Еще и газ. Два газа. Вот у нас два газа наши. Раз, два. Четыре сейчас. Так, и мы райскую пиньяту запустим обязательно. О! Так. Что это такое? Мы какие-то монетки собрали. Вечеринка готова! Ура! Давайте начнем вечеринку. И у нас есть почетный гостюар. Давай, зажигай. Ура! Вот какая у нас классная вечеринка появилась. И у нас даже танцует наш друг-капитан. И Стюарт играет на своей скрипке. Наши друзья-миньоны. Смотрите, как они классно танцуют. И Фил раздает им напитки. И Стюарт пляшет. Какая красота, да? Какие замечательные у нас друзья-миньоны. Давайте. Что там нам предлагает? О, монетка. Мы нашли клад. Наш друг-капитан нашел клад. Ой, куда он? Где он? Так, нам нужно Фила спросить, что нам делать? Что ты там увидел? Кости! И у нас Фил что-то увидел. Давайте, наверное, что-нибудь интересное, да? Так, это он нам награду дал за все наши подвиги. Фил, что нам теперь делать? Нам нужно смешать болотный газ, кокосы на оружейной базе. Здесь оружейная база. Башка! Что нам это даст, интересно? Давай, Фил. Что нам нужно делать? Большой салют. Нам нужно сделать большой салют. Фил, что теперь нам нужно сделать? Недостаточно предметов у нас? Интересно, нам нужно пораскинуть мозгами. Давайте, надо разместить еще рощи бамбука. Давайте поместим куда-нибудь наши рощи бамбука. Думаю, Вот здесь, вот где-то рядом с райской пиньяты. Или вот здесь, вот, прям на берегу, да? Вот здесь, вот, прям на берегу. Ох, как хорошо. Так. Мы получили какую-то газировку. Это, наверное, газировка. Наши сальты. Газировка. Где-то я это уже слышал. Это не сущие, не маленькие такие, кто они называются? И два фиксика внутри. Я не думаю, что фиксики любят газировку. Так, и мы, наверное, построили эту рощу бамбука, да? Где? У нас строится, смотрите, у нас еще даже бантик не сняли наши строители. Она еще строится у нас. Я думаю, она скоро достроится, да? Да. Или ты уже достроилась? Болото? Так, вот, ну что? Давайте, нам нужен бамбук. Фил, а зачем нам бамбук, ты знаешь? Фил, расскажи нам, зачем нам бамбук? Это, наверное, трубочки, чтобы пить сок? Нет. А что, зачем нам? Осталось строить еще один дом. Собрать, чтобы сделать что-нибудь новенькое. И нам опять нужны кокосы. Так. Нам нужно много кокосов.
Фил говорит, что нам обязательно нужен кокос. Мы на райском острове, поэтому нам нужно много кокосов, так? И бамбук нам нужен. Друзья, когда у вас будет готов бамбук? Что они делают? Этот маленький миньон бегает вокруг другого миньона на ходулях. А тот, по-моему, пытается срубить бамбук. Как-то странно, конечно. Он больше наблюдает за вторым, который шагает на ходулях. Это ходули же, Лиза. Так, давайте сделаем еще газировку. Райская пиньята готова, можем еще пригласить туда наших друзей. Так, и нас скоро будет готов газ для нашей газировки. Газировка. Так, и что, Фил, ну смотри, мы уже, мы все, что можно... Что-то? Где? Я увидел что-то, кружок. Кружок? А это какой-то тотемный круг. Я точно не знаю, но это... Что делают наши друзья? Смотри, они пошли. Эй, друзья, что вы делаете там? Они гуляют. Им, наверное, нравится на нашем острове волшебном, поэтому они гуляют. Интересно. Так, у нас кокосы. Готовые кокосы. Кокоса. Один съела? И как он тебе на вкус? Расскажи нам, как тебе кокос? Это такой с грыжей. С грыжей? Так, у нас скоро будут готовы наши бамбуковые палочки. Миньон. 10. А для Кевина нам нужно 10 уровень, у нас пока 4. Мы еще не совсем готовы, чтобы встречать Кевина, да? Да. Надо нам скрыть. Нам нужно скорее достать эти. Ой, сундук! Ой, сундук, сундук! Сундук? Ты тоже видишь сундук? Да. Сундук, что там? 7 уровень нам нужен, чтобы взять этот сундук. Ура! Одна палка бамбуковая, вторая. Какие хорошие бамбуковые палки. Наверное, все готово. Фил, что нам делать? Нам быстрее. Это, наверное, ходули для нашего праздника. Давай, Фил, что нам нужно придумать еще? Праздничную станцию. Припасы для вечеринки нам нужно сделать. Очки веселья. Так, включить подарки. Давайте раздадим всем подарки. Да. Так, вечеринка готова. Ура! Давай, Фил, зажигай! Вода. Вечеринка, сколько мы всего нового посмотрели. Смотрите, наши друзья, миньоны танцуют. Наш Фил, да? Другой! Еще пришли, да, миньоны? Еще, друзья, миньоны пришли. И наш друг, он летает. Наш друг Стюарт летает. Привет, друзья миньоны! Привет! Какие вы веселые маленькие друзья! Итак, мы устроили целый день вечеринки с нашими друзьями-миньонами. Давайте в следующий раз мы устроим что-нибудь новенькое для вас. А теперь всем пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.